Привет, Глеб. Чё там? Свайлай. Мама. Хороший грибок? Мама. Давай посмотрим. Мама. Отличный гриб, друзья. А еще один видишь? Смотри, сынок. Свайлай. Аккуратненько снизу. Давай. Молодец, зайка. Вот, друзья, два грибочка. Гребку уже нашел. Приветствую вас. Вы на канале Грибоискатель. Мы сегодня с Глебой вдвоем приехали. Первый раз, еще так никогда не ездил. Сейчас походим по этой березовой рощице и поищем грибы. Все, оставайтесь на канале. Вперед. За грибами. Наша грибалочка продолжается, друзья. И вот уже, и вот это уже красавчик попался. Какой звук, а? Идеальный. Вот это грибок, класс. Вот таких надо собирать помного. Березовая рощица. Красота. Вон такая сеточка. Обалдеть. Ну все, идем дальше. Смотрите, какие красавцы попались, друзья. Два просто шикарных грибочка вообще. Срывай по очереди, сынок. За ножку. Тихо, Глеб. Давай так вот, аккуратненько. Раз. Не получилось аккуратненько, да, сынок? Вот так вот. Два грибочка. Хорошая поляночка попалась, друзья. Еще один. О, ну это уже. Да, это уже все. А здесь показалось. Это что за гигант стоит? Нифига себе. Ва. Какой кабанчик. Видал, грибок? Большой какой. Большой. Сейчас еще посмотрим, что здесь. А вот уже и помоложе экземплярчик. Опа. Вот такой. Обгрызли, но есть грибочки. Все-таки есть. Немного здесь, конечно, попадается. Совсем немного. Прям в метре, друзья. Только что нашел, вот еще один. Сразу не заметил. А вот этот хороший. Молоденький. Отлично. Вот это уже находочка, друзья. Обалдеть. Два. Каких? Бочонок твердый. А этот? Шляпа отломилась, блин. Немножко дырочка. Но так по краям точно хороший. Вот это да. Вот это грибосики. Шикарные. Обалдеть. Вот это кабан попался, друзья. Нифига себе. Нога, правда, труха уже. Ёлка ломаная. Как жаль. Оказался таким красивым вообще. Вот, что жалко-то. Вот это уже поляна. Раз. Паук, блин, испугал. Два. Молоденький. Три. А вот еще два. Четыре. О, хороший. И пять. О, обалдеть.
Вот это грибы, друзья. Смотрите, какие. Смотри, грибы. Сказочные. Обалдеть. 5 штук. Вот это счастье. У этого ножка червивая, а эти неплохие. Фу, красавцы. Этот грибок оставлял. Вот за 2 дня он вырос. Вот так вот. Немного. Медленно растет. Больше нету грибочков. Не видать. Ну вот так вот, 2 дня. Ну вот твердый такой. Он будет чистым. Здесь ничего нет. Ток сказал, ничего нет, друзья. Так вот, смотрите, какой попался. Вот он. Есть еще один. Вот этот сорвал. И вот еще. Оказывается, и грибочки уже появились. Такие красавцы. Отлично. Подъехал опять в то же место, где оставлял грибок. За 2 дня. Он был вообще маленький. В принципе, маленький ему остался. Но рядышком появился еще один. Вот. Опа. Молоденький. Давайте этот тоже сорвем. Ух ты, какой твердый. Так. Вот так вот. Ха-ха-ха. Какие кубарики. Красота. Ну что, грибасик? Да. Опять попалась нам удача. Смотрите, друзья. Во. Нифига себе. Обалдеть. Вот это грибище. Вот это да! Красавчик! Обалденный гриб, твердый, под шляпкой, чистый. Я не ожидал, думал, будет труха. Нет, красавец. Все, друзья, Глеб устал. Пора уже нам собираться. Вот попался еще один грибок. Видал, грибать какой? Грибы. А это грибницу прикрываем вот так вот. Вот так вот. Все, друзья, силы уже нету. Дай покажу. Во, молоденький. Ну, немножко с червоточиной. Так, отлично. Ну, все, друзья, находились мы. Грибов немного, но на жареху набрали. Ну, штук 15, наверное, беленьких. 15-20. Отлично. Так что сейчас отправляемся домой. Будем жарить грибы. Пробовать их на вкус. Белый гриб сетчатый, друзья. Красота. О. Ароматные. Ну все, привет. Ну вот, друзья, вернулся я домой. Устали мы, как собаки набегались. Вот грибочки беленькие. Наш мухомор один. Все, начал жарить. Это вот белый гриб сетчатый. Я уже чувствую аромат более мощный, чем у дубового. Все-таки эти еще более ароматные, чем дубовые. Хотя они, конечно, внешне похожи, но я уже научился их различать. У них даже вот когда сетчатый гриб уже стареет, как бы, да, взрослеет, он под губкой, губка у него становится желтая такая, а дубовый зеленый. Вот такую разницу заметил. Ну, естественно, и мякоть плотнее. Так что, друзья, вот так вот, боровик сетчатый. Вот и пожарились грибочки. До золотистой корочки. Ах!
Сейчас будем пробовать на вкус. А запах просто обалденный вообще. Все, пробуем, ребят. Ну все, друзья, вот и пожарились наши грибочки беленькие. Пробуем на вкус. Ах, аромат стоит обалденный, друзья. О. О. Самые вкусные грибы. Дождался я. Дорвался. Год почти ждал этих грибов. Сетчатый. Вкуснейший просто. Друзья, кто не пробовал, обязательно попробуйте. Белые грибы находите. Нарезаете чистенькие. Чуть-чуть червоточину тоже можно вымочить в соленой воде. Минут 5 червь убегает и все. И не варите обязательно. Сразу на сковородку. На масле подсолнечном. Желательно таком, безвкусном. И все, жарите, да. Корочки золотистые. Получается просто обалденные грибы, друзья. Ну, это те, кто не пробовал. Кто пробовал, тот знает, конечно. Ну, все, друзья. А я буду с вами прощаться. Вот. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно, что вы пишете. Большое вам спасибо. До новых встреч. Увидимся в лесу. Пока.